Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Поскольку ваш вопрос достаточно неоднозначный, да, то я, наверное, прочитаю его и дам комментарии определенные, да? Итак, я общаюсь с мужчиной, которому очень нравлюсь, пишите вы. Ну, здесь, в принципе, вопрос возникает только, наверное, в одном, да? Что значит общаюсь с мужчиной? То есть, вот, как это понимать, что я общаюсь с мужчиной? А общаетесь, ну, по поводу чего, да, что между вами общего, что вас объединяет с, ну, с человеком, что вас связывает с человеком. Это вот вообще, вот, ну, в целом вообще это важно достаточно понимать для вас. Что вам в том числе ну, важнее, вот если, к примеру, вы человеку нравитесь, или вам человек нравится, вот, это тоже такой, ну, такой достаточно важный момент ситуации, вот. То есть, тут вот очень важно вот это все определить для вас. Общаетесь, для чего общаетесь, что вас связывает с, ну, с человеком, вот. Что общего между вами, вот, что вы на первый план выносите, то есть, например, вы выносите на первый план то, что вы нравитесь, или то, что он вам нравится, да? Это важно. Дальше. Он говорит о том, чтобы создавать семью, покупать дом побольше для нас. Говорит, что я его идеал. Ну, опять же, здесь вот, наверное, непосредственно в контексте ну, в контексте вашего взаимодействия. Не совсем понятно, насколько адекватна его позиция. Что он хочет дом купить для вас побольше. Вот, и что вы его идеал, да, то есть одно дело, если это, там, просто, ну, просто мужчина, да, вот просто мужчина, там, так, собирался покупать дом, вот, и это один вопрос, а затем другой вопрос, если, значит, человек только к вам относится,
таким образом, вот это совсем, ну, не то же самое. Вот. И это, мне кажется, очень важно. Вот. Дальше. Так, говорит, что я его идеал. Ну, здесь идеализация. Вне всякого сомнения, идеализация человеком вас. Вот. И, на мой взгляд, ну, опять же, ничего хорошего. Ничего хорошего в этом нет. Потому что человек вас идеализирует. Вот. Тут нужно посмотреть, что именно вы вкладываете в идеализацию. Да? Далее, он мне тоже нравится, но я не хочу торопиться, если создавать семью, то чтобы знать человека и понимать, что смогу принять его недостатки. Да. Все верно, но есть одно но. Дело в том, что принять недостатки человека, конечно, можно и нужно, и в целом, ну, в целом, ваша идея, она хорошая идея насчет того, что недостатки человека вот нужно принять. Но, понимаете, какая штука? Если вы и хотите принять недостатки человека для создания семьи, то есть вот именно во главу угла вы ставите именно семью во главу угла вы ставите семью, то я бы сказал, наверное, что в этом ничего хорошего нет для вас, потому что вы здесь так или иначе ставите семью во главу угла. То есть вы хотите создать семью. И вам важно создать семью. Вот. Не человек вам важен. Вот. А создание семьи. Ну, как бы, это в какой-то степени специфическое восприятие, вот, мужчины, специфическое восприятие партнера, на мой взгляд, и как бы ничего хорошего без этого для себя вы не почерпнете. Вот. С другой стороны, именно для семьи, наверное, мужчина выбирает немножко по-другому, не на основании симпатии и так далее. Дальше, значит, чтобы знать человека и понимать, я смогу принять его недостатки. Это очень здорово, что вы в этом именно направлении мыслите. Очень здорово, что вы обратили на это внимание, да, что важно вот, чтобы вы принимали недостатки человека. Вот, на мой взгляд, это здорово. На мой взгляд, это здорово. На мой взгляд, это прекрасно, вот, что вы что вы вот заботитесь о том, чтобы принимать недостатки человека, да, то есть понимаете, что если вы недостатки человека не принимаете, то, ну, вот, в отношениях
в отношения вам вступать, ну, наверное, не получится, да? Вот, это, в принципе, очень здорово. Вопрос здесь немножко, наверное, в другом, а именно в том, что конкретно, если такое есть, вы не можете принять в человека. Да? И с чем это связано? Дальше. Мужчина, есть сын, у меня дочь. В свете последних событий это должно быть работой, о чем он написал, так он за то, чтобы делиться и хорошим, и плохим, как он говорит, и я с ним согласна. Ну, здесь я могу выделить только момент, связанный с тем, что у вас есть дети. И у него, и у вас. У вас обоих есть дети. Вот, и тот факт, что у вас есть дети, ну, наверное, говорит о том, что отношения вот в целом, ну, наверное, я не уверен в этом, но, наверное, выстраивают с вами, ну, не совсем корректно. Вот, то есть, если у вас есть ребенок, у него есть ребенок, то, по-видимому, не так уж все гладко у вас в отношениях с противоположным полом, да? Вот это, на мой взгляд, то, на что вам нужно обратить свое внимание. Это, на мой взгляд, то, на что вам, ну, ну, на что вам нужно посмотреть. То есть, у вас не складываются, вероятно, отношения с мужчинами, да, именно у вас складываются, а у мужчины не складываются отношения с женщинами, вот, и это, в общем и целом, ну, такая довольно серьезная проблема может быть для вас, если, ну, если с этим ничего не делать. Вот. Поэтому тут важен ваш опыт и опыт мужчины. Вот. Потому что опыт может быть рядом. Так, значит, все эти последние события осталось без работы, о чем не можем писать, так как он за то, чтобы делиться и хорошим, и плохим, как он говорит, я с ним согласна. Ну, хорошее и плохое здесь зависит от точки зрения. То есть для кого что плохое, для кого что хорошее, это, вообще говоря, исключительно разница во взглядах. То есть, для кого-то хорошим является одно, для кого-то плохим является другим, вот, то есть здесь как бы, ну, здесь нужно понимать просто, нужно понимать, что, что такое хорошее, и плохое. Да, что это из себя представляет, ну, ну, вообще, что такое. Для вас может быть, что такое, плохое и хорошее. Да, то есть, вот, ну, что вы для себя понимаете под это. Вот, это тоже такие достаточно важные моменты, да, которые вам нужно обратить свое внимание.
Вот. Потому что, ну, как бы это важно. Дальше. Очевидно, что я хотела поддержки в тот момент, когда, однако, он написал пару предложений, сказал, что торопится к сыну 15 лет, ему нужно ехать. Ну, а, понимаете, вот здесь, наверное, такой ключевой момент, что вы говорите, что вы хотели поддержки, но, собственно, вы можете хотеть, вне всякого сомнения, поддержки, но вопрос немножко в другом, насколько мужчина должен вас поддерживать. Я понимаю, может быть, что вы вот, считаете, что он должен, но как бы на самом деле нет, на самом деле не должен. Если у него такого желания нет, у него такого желания нет поддерживать вас, так как именно вы этого хотите. И, соответственно, вопрос здесь, который вам нужно задать, да, собственно, с чем связаны мои ожидания от человека. Вот, насколько они вообще, ну, справедливы, да, мои ожидания от человека. Потому что, может быть, они совсем несправедливы. Вам бы хотелось поддержки. Вопрос в том, почему вам хотелось поддержки. Вот. Вам-то хотелось поддержки, вопрос в том, как вы к этому, ну вот, приходите, как вы приходите к тому, что вам, вот, собственно, поддержка-то нужна, да? Вот. Это важный момент, на самом деле, здесь. Дальше, я не получила от него того, что так необходимо в такие моменты. Здесь, опять же, вот определенные элементы ожидания от человека, того, что хотите вы, вот, но не того, что реально человек может вам дать и реально человек хочет вам дать. Вот. Есть такое ощущение, что мужчина вам может дать что-то другое, да, вот не то, что вы от него требуете. Позже я написал ему об этом, на что он ответил, что он к сыну поехал, дети — это приоритет. Ну, извинился, более того, как сказал, в первую очередь его волнует потребности сына, и только потом его личные. Также он знает, что я жду, так как мы договаривались, приехал от сына позже на час, не предупредив, что задерживаться, аргументировать, что сыну нужно было уделить еще время. Также планы на время с ребенком у него на первом месте. Ну, здесь опять же чувствуется вот некое такое разочарование, да, ваше. В первую очередь это работа с ожиданиями и с тем, что стоит за ним. Окей, это его позиция, я уважаю ее. Проявляю себя как заботливый отец, это достойное уважение. У меня тоже ребенок, но я разделяю компетентное мнение об иерархии в семье. Пишите вы. Компетентное мнение, это какое мнение? Вот что делает мнение компетентным, да, вот в принципе. Это какой-то эталон мнение. Это какой-то образец мнения. Как это работает? Дальше. Где я, супруг? Дети находятся в такой позиции. Ну, это ваше мнение об этом. Вы имеете на него право, на свое мнение. Вот. Но, как бы, не очень понятно, какое отношение к этому мужчина имеет, да? Вот к тому, что, ну, вы вот считаете.
Дальше, я знаю, что мне сложно будет принять, что я не на второй позиции, как жена. Я смотрю будущее за ответственность, счастлив я не буду, и от этого лучше не будет никому. Вы правы во всем, пожалуй. Кроме одного, вы только вот упускаете в виду вот тот факт, что на первом месте не семья, скажем так. На первом месте все-таки, ну вот, в большей степени, наверное, и межличностные отношения, да, межличностное взаимодействие какое-то, вот, а не семья, семейные отношения. То есть то, что вы смотрите вперед, в принципе, здорово, хорошо. То, что вы смотрите вперед. Но это не единственное основание, которое может быть для того, чтобы выстраивать отношения. Вот. Поэтому тут вопрос, скорее всего, к вам, да, вот как это у вас работает, да, как-то у вас происходит, вот что вы, ну вот, думаете исключительно про семью, да, вот, то есть, ну, как бы, не про личность человека. Далее, значит, так, семью можно создать, но сколько несчастных людей, включая детей, в таких семьях, когда ты один, у тебя ребенок, это понятно, он самый важный человек для тебя, хотя не для всех, но если ты хочешь создать семью, то здесь же приходится что-то менять. Ну, я согласен, вопрос в том, что приемлемо изменить для вас, что приемлемо изменить для человека. Опять же, личностные связи, да, личностные взаимодействия. Ну, вот, в принципе, может, я бы сказал, да, может перевесить, ну вот, взаимодействие семейное и ради того, чтобы, значит, ну, это взаимодействие реализовать, человек может измениться. Человек может реально измениться, человек может реально, там, ну, для себя что-то переделать, вот. Но вопрос в том, есть ли у вас такое вот личностное взаимодействие, понимаете? Вот. Мне кажется, что, ну, такого личного взаимодействия между вами нет. У меня вот такое ощущение. Возникает, да, что такого личного взаимодействия между вами нет. Вот, ну, я могу здесь ошибаться, конечно. Дальше. Прошу вас, поймите меня правильно, не психолог, нет, но мне только сказать слово этой теории и иерархии семьи, это супер, это здорово. Я не хочу его перебежать и переделывать, это прекрасно, но там только настолько для каждой моментки, я думаю, что очень важно правильно донести эту мысль до человека, чтобы он понял меня, понял, что я не умаляю роли и возможности и важности наших детей, но я буду несчастно в браке, находясь на третьей ступени. Это все вот вне всякого сомнения, это все понятно, то, что вы будете находиться, ну, что вы будете вот несчастны, находясь в браке, вот, это все понятно. Безусловно. И выразить свою мысль, в принципе, можно через я-сообщение, вот, глобально. То есть, ну, техника я-сообщение вы можете изучить, технику
Я сообщение вы можете решить в интернете. Просто вот самостоятельно можете это решить. Я думаю, что важно все же, наверное, замотивировать человека. То есть не просто донести до него мысль, да, а постараться его как-то вот именно что замотивировать. Постараться его замотивировать на какие-то действия, да? Вот. Стараться его замотивировать на какую-то модель поведения, на то, чтобы вот условно говоря, он вас принял, например. Вот. Для этого нужно все-таки немножко, на мой взгляд, по-другому выразить свою позицию. Не так, как выражаете вы, да, как мне показалось, в достаточно ультимативной форме, хотя я могу ошибаться здесь. Мне кажется, что вот, ну, вот имеет смысл смотреть в сторону именно того, чтобы позиция так, чтобы мужчина понял. То есть с расчетом на его значит, ну, особенности, да, с расчетом на его способности к ну, к пониманию, к восприятию. Вот так. А не просто выразить свою позицию всем. Дальше. Я должна поговорить с Фабеном, так это важный момент, который дается за один из изменений. Ну, опять же, змея не главное. Знаете, семья не главная, точнее, не может быть семья главной в отношениях двух людей, да, семья не может быть главным, в принципе, поэтому тут, извините, я могу только сказать, что вы немножко не в том направлении движетесь. Для создания здоровых отношений в любом случае для создания отношений. А вам желательно, чтобы человек видел вас лично. Чтобы он видел вас женщину. Ну, вероятно, да, вот, чтобы ему хотелось быть с вами, то есть с женщиной, и вот это уже будет как-то более такой глобальный общий показатель, да? Потому что в контексте семьи тут могут быть варианты. И вариантов может быть достаточно много. В частности, принципы какие-то, страхи и так далее. Поэтому спрашиваю вас, как же правильно донести эту информацию, где я ошибаюсь, можно, чтобы мужчина воспринял с уважением и решил, что я эгоистично захватываю власть. С уважением, Евгения. Донести через я-сообщение. О я-сообщении можете почитать в интернете. Информация там есть. Делать поправку на личность мужчин, потому что, ну, логично, что если мужчина, например, это с складом ума математика, то здесь один подход, если это мужчина с складом ума гуманитария, это другой подход, если мужчина, например, там, скажем, атлетического
склада характера, это один момент, вот, если это мужчина сценического склада характера, это другой момент, вот, и, соответственно, позиция здесь разная. Также вам важно выделить для себя то, что вам важно на самом деле, а не то, что вы, образно говоря, ну, выделяете, да, не то, что вы, ну, не то, о чем вы сейчас говорите, это вот тоже такая вот важная достаточно деталь. Вот, поэтому тут вот такая история. И такой аспект, который, ну вот, я могу вам ответить, да? Дальше. Значит, больше уверенности в себе нужно. Сейчас этой уверенности в себе у вас нет. Или она есть, но её, извините, там недостаточно совсем. Вот, ну и в целом направленность, ну, какая-то вот направленность, да, более такая ярко выраженная направленность нужна. Сейчас у вас ее нет. Сейчас у вас есть направленность на семью, но нет направленности на человека. Как мне видится. А в целом эта позиция ваша, более чем адекватная, и мне кажется, вот, что вам, если вы решили ее отстаивать, ее нужно отстаивать, вот, ну, другой вопрос, как именно это делать. Вот. Это очень важный момент. И выбирать это нужно, исходя из ваших предпочтений, с одной стороны, и с другой стороны, из информации о личности человека, вот, которая тоже может накладывать отпечаток на то, что вы до него пытаетесь донести, вот, что тоже в какой-то степени весьма важный аспект, вот. Такая вот история, надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится.